который живет во Флориде. Thanks for, мне тут köszönhetem a komoly orosz csoportnak. Я приветствую и благодарю вас за вашу сильную работу. Это самая сильная структура российская, которая на сегодняшний день работает. Mondd már meg, hogy szeretnék nekik egy olyan bejelentést tenni, hogy rekord feliratkozási napunk volt 30-án. 30-го числа у нас за один день регистрировалось огромное количество партнеров. Это был рекорд за весь, за существование этого проекта. Это был самый сильный день. 617 ember iratkozott fel a csoportomban. 612 человек регистрировалось за один день в нашей структуре. És mit gondoltok, hogy honnan iratkozott fel a 95%-a? 95%, как вы считаете, где регистрировались? Onnan, tőletek. Nektek lehet köszönni. От вас. Я благодарю вас. Meg szeretném nekik köszönni ezt a komoly hozzáállást. Nagyon, nagyon köszönöm. Я хочу вас отблагодарить, что вы так серьезно отнеслись к этому бизнесу и построили такую огромную команду. Приветствуем господина Билл Старки и Амантач, служба поддержки на русском языке. Приветствую вас. Слышно? Слышно прекрасно, всем слышно. Hello, good English. Hello, buddy. Yeah, hello, Bill. Hello. Здравствуйте, мы рады встрече. Okay. All right, great. Well, it's great to be here this morning again. Well, it's evening in Europe. Очень приятно этим утром по нашему времени и вечером у вас встречи с вами. And I've been seeing some great numbers. I mean, wow. Watching 200, 300, 400, 500, 600 a day. У меня ежедневно сердце радуется от наших новых партнеров присоединяющихся. 100, 200, 300, 400, 600. Очень хорошие цифры. It's this is a great moment as we watch our partners. Pursue the marketplace. Я вижу и опять же радуюсь, я думаю, вместе с нашими лидерами тому, что все развивается такими темпами. It's great to be with you today. Еще раз очень приятно встреча с вами. Now, I think most everyone knows that we started a promotion. Я думаю, наверное, все знают, что мы начали промоушен. To upgrade the basic from basic to premium. Promotion для тех, у кого для партнеров пакет базовый и которые делают апгрейд на премиум. I want to take some time to explain this so that everyone understands clearly how this promotion works. Чтобы всем было более понятно, как работает этот промоушен, разрешите мне объяснить детали. Because one of our people had a misunderstanding. Потому что я услышал, что некоторые неправильно понимают этот промоушен, как он работает. If you, during the month of July, from the 1st to the 31st, с 1 по 30 июля, we as a company will look on the 31st of July, if you are a premium affiliate at the end of the month, в конце месяца, 31 июля, and you have had four of your personal basics upgrade to premium. Если в течение этого месяца один из ваших партнеров базового пакета, извините, не один, четыре партнера базовым пакетом сделают upgrade, you will receive a $100 bonus. Мы даем вам бонусы в $100. Maybe today you are just a basic. Может быть, сегодня вы базовый партнер. And maybe you have two of your people who upgrade today. И может быть сегодня уже два базовых партнера ваших сделали upgrade.
And then another one next week. И, скажем, следующий базовый партнер на следующей неделе. While you are trying to collect your money so you can upgrade. Пока вы собираете вы уже, получается, собираете на свой апгрейд. This is okay. They will count for you. Они будут засчитаны. So as long as you are a premium affiliate and you have upgraded before July 31st, если вы премиум аффилиат, премиум партнер, and you have four of your basics that you personally sponsored, и ваши четыре партнера, лично приглашенных партнера с базовым пакетом, you will receive a $100 bonus. Сделают апгрейд на премиум пакет, вы получаете $100 бонусами. Now this $100 bonus is on top of all of our other leadership bonuses. Это дополнительный бонус ко всем тем уже существующим бонусам. Because you could also become a because we have leadership bonuses that pay $10 up each generation, you will also receive those according to your rank. Я думаю, вы знаете, что у нас бонусы по командным продажам для лидеров, начиная от директора и выше, по $10 по спонсорской линии. То есть это все дополнительно над этими бонусами. Now, the upgrade pays $5 on each generation. Как вы знаете, за upgrade получают бонусы по $5. So this $100 bonus is on top of each of the $5 leadership bonuses. И получается, что эти $100 еще и дополнительно сверху этих $5 за апгрейд. This is a great time for you to do this because that bonus will help you pay for your upgrade. Поэтому ловите шанс, используйте этот шанс. Это очень хорошее время, и вы можете свой апгрейд таким образом заработать. This is the total of the promotion. Это вот детали по промоушену. Yeah. To upgrade is still $120. Сам апгрейд стоит $120, как и он был. So it is the normal price. Это вот наша уже такая зафиксированная сумма оплата. Because we pay out all the money in leadership and this bonus. Потому что вы, наверное, опять же знаете, что большее количество, то есть практически все выплачивается обратно в матрицу. As you can see, if you add this up, и как вы видите, если вы прибавите эти все бонусы, this is a very generous bonus. Получается такая впечатлительная сумма. Because we are only charging $120 to upgrade. Мы запрашиваем $120 за апгрейд. But every person who upgrades, we are paying out $150. Но каждому человеку, который делает апгрейд, мы дарим $150. When you add the $100 bonus and all the leadership bonuses, the $50 in leadership bonuses. $100 за группу базовых партнеров, которые делают апгрейд, и плюс дополнительные по спонсорской линии за бонусы за апгрейд. This is a special bonus that's going to be only for July to really help you get your teams moving quickly. Этот бонус, он сделан только создан только в июле месяце и будет работать только в течение месяца июль. Now, at the end of August, we're going to have another package coming out for you and Huawei. В конце августа мы планируем запустить новый пакет Huawei для вас. And if you're a premium affiliate, it will give you a large discount on this next product. Если вы к этому времени премиум партнер, вы получаете огромный дискаунт, то есть скидку на этот продукт. So everyone's going to want to upgrade this month in July. Поэтому дополнительно с этим промоушеном, я думаю, все будут заинтересованы в апгрейде, и чтобы все партнеры были партнерами премиум пакета. And take advantage of this opportunity because this special will not be ran in August. Я хочу еще раз отметить, что только в июле месяце этот шанс предлагается, так что пользуйтесь моментом. Hopefully everyone is encouraged about this special bonus. Я очень надеюсь, что мое это сообщение всех обрадовало. You know, and we also have the Eagle promotion that has started this month. Как вы знаете, у нас начался новый промоушен клуб Орлов. And if you are part of the Eagle Club, if you sponsor four new premium affiliates.
начался в июле месяце, и если вы приглашаете четырех партнеров с пакетом премиум, during the month of July, в течение июля месяца, you will receive a $100 bonus on top of your commissions. Вы получаете $100 бонусами сверху уже зафиксированных бонусов. So both of these bonuses are very generous. Поэтому я думаю, эти оба бонуса очень привлекательные и всем понравятся. And I hope you all take advantage of and become a part of these promotions. И вы воспользуетесь временем этого промоушена и воспользуетесь ими. Yeah, we have some great groups. I want to see if Vladdy, if you have anything you'd like me to cover today. Я вижу, у нас обе группы, оба зала почти полные. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, Влади. Здесь Лазло, Йоген. Yeah, because I'm asking because Vladdy had a new GFC, has become a part of our team. And we're very excited. Мы очень рады. У Влади в команде появился первый GFC. Мы поздравляем его и нашего нового GFC. And these it's just so exciting to see people growing quickly in their business and many new FVPs. GFC, его зовут Сергей Пурбуев, и я также очень рад тому, что я вижу, как люди развиваются и достигают высших рангов. And the FVPs seem like there's a new FVP every other day. И практически каждый день мы видим новых наших FVP. У нас появляются ежедневно новые Field Vice Президенты. You know, and people are being very smart in how they build their business. Я вижу, как работают люди. Они очень правильно работают по строению своего бизнеса. Working to fill in every spot on their matrix. Я вижу, что многие, вот как мы говорили, пытаются заполнить каждую свою ячейку. I want to take this moment before anyone asks any questions and talk about getting four people personally. Прежде чем дать слово нашим ведущим лидерам, пожалуйста, я хочу еще раз попросить вас получить вот именно работать в этот момент и приглашать по четыре партнера. We have two conference rooms open right now. Как вы знаете, у нас здесь мы работаем на два конференц-зала. With several hundred people attending. В каждом зале по несколько сотен человек. I want to ask each of you to partner with me in the month of July. И я каждому лично обращаюсь, давайте работать в этом месяце, в июле месяце. Because if all of us, over 200 people, если все мы, собравшиеся здесь, более 200 человек, if each of us sponsor four premium affiliates this month, если в течение июля месяца каждый из нас пригласит по четыре партнера с премиум пакетом, we would change the lives of hundreds of families. Вы можете представить, мы изменим жизни сотни и сотни людей, including your family, включая ваши семьи. This is a secret to making great money at Huawei. Это вот главный секрет работы в Huawei и зарабатывания хороших зарплат. Because the matrix is very narrow, it's only three wide. Потому что, как вы знаете, наша матрица, она очень узкая, на три ячейки, по три. And when you sponsor a fourth person, they have to go down below. Если вы приглашаете четвертого партнера, естественно, он уже уходит ниже. And you are a giver, not a taker. Получается, вы даете, дарите, не только берете. There are many people who take all their lives. Вы знаете, много людей, конечно, которые только хотят получать. And never achieve their own goals. И поэтому не всегда получается у них, чтобы они достигали своих намеченных целей. We designed the matrix purposely to help people. Мы спроектировали нашу матрицу именно таким образом, чтобы она помогала людям. Because you can just focus if you will get four people. Вы если сфокусируетесь на приглашении четырех партнеров. And you make a partnership with your four people to get four. You say, do not, if you join me, you must get four people. Вы приглашаете четырех партнеров, создаете с ними группу, объясняете им, что каждый из них тоже должен пригласить по четыре партнера. If we each do this, если каждый из нас будет так работать,
just with the 200, over, little over 200 people we have on the conference today. Только даже вот то количество людей, которые присутствуют на сегодняшней конференции, больше чуть-чуть больше 200 людей. If you do this in July. Если вы сделаете это в июле месяце. And we do it again in August. И мы будем еще продолжать в августе. And we do it again in September. И будем продолжать в сентябре месяце. Just 3 months. Всего лишь за 3 месяца. You can all do this. Я уверен, все могут сделать это. It will not be easy. Конечно, это не очень легко. You will have to work hard. Для этого нужно работать, прилагать усилия. But all of us could find 4 premium affiliates. Но я уверен, что каждый из нас может найти 4 партнера с пакетами премиум. And if you have your friends, your partners, get 4 also. И если ваши приглашенные партнеры тоже пригласят по 4 партнера. If we do this for 3 months. Если все мы будем работать в этом режиме в течение 3 месяцев. And each one of us and the people we sponsor honors their agreement. И каждый человек, которого мы приглашаем в нашу компанию, будет также поступать. Every one of you on the conference today. Каждый из вас, который присутствует на сегодняшней конференции. In October. В октябре месяце. Will be making over $3,000 a month. Будет получать более $3,000 ежемесячно. From just this simple formula. Только по если следовать вот этой простой формуле, алгоритму. Some of you would be making much more. Конечно, некоторые из вас даже будут делать еще больше. But if we all do this and we make this simple partnership today. Если мы сегодня решим работать по таком темпе. And you do your part. И вы будете проводить свою часть. We can all celebrate. Мы обязательно все будем праздновать это. This is the power of Huawei's Matrix. Это и есть сила и мощь матрицы компании Huawei. We have many levels that you can achieve. Вы знаете, что у нас очень много рангов, разных рангов, которых можно достичь. And you, each of you might have your own strategy. Конечно, каждый у вас, наверное, имеет свою собственную стратегию. And a way to lead your team. И как работать, как быть лидером своей организации. And many of you are very good marketers. Я знаю, что многие из вас прекрасные маркетологи. But I like to come down to the easiest, simple thing. Но с моей стороны, я хотел бы, чтобы все было более упрощенно. And this is what I see as the design is to just recruit 4 personal premium affiliates in July. Это самая простая часть этого для меня, как я вижу, это в июле месяце пригласить по 4 партнера. And it will change your life. Это обязательно изменит жизни. And there is no limit to the opportunity. Многих и всех почти людей, и как вы знаете, этому нету предела. Huawei can take you farther. Huawei заберет, будет вести вас. And higher than your greatest dreams. И будет приводить ваши мечты в жизнь, притворять. And you will take many families with you. Вы можете столько семей осчастливить этим самым. And these are the 2 things that I wanted to talk about today. Сегодня эти 2 вещи, о которых я хотел бы с вами поделиться. Upgrading from a basic to a premium promotion. Делать обязательно апгрейд с базового пакета на премиум. For the month of July. В течение июля месяца. And the Eagle Club. И клуб орлов. The Eagle Club goes every month. It goes July, August. It happens month after month. Клуб орлов будет следовать ежемесячно, июль, август и так далее. But we need to all focus on July. Но на данный момент мы все должны сфокусироваться на июле месяце. And so these are 2 things I hope are helpful that we can today. Я надеюсь, они и полезна эта информация была и приятная для всех вас. That will grow your teams. Now I want to open up. Сейчас хотел бы предоставить вам слово. And see if Vladi or Yevhen, Laszlo, some of the leaders on the conference. Влади, Евген, Ласло, пожалуйста. Артила, our GFC. Наш GFC здесь. And Yevhen, GFC. Евген, наш GFC здесь. You know, we have. It's wonderful now that Europe has 3 GFCs. У нас 3 Global Field Chairmana. And I know many more to come very quickly. Я знаю, что еще эта армия будет увеличиваться.
Okay. Anything you'd like me to cover today? Okay. Lasla is asking that he has a question about shares of the pool when they will appear in our back offices. Okay. The shares. Извините, пожалуйста. Сейчас Лазло спрашивает, кто наши акции когда будут доступны в back office? Okay. The shares are scheduled to come up in your back office on the 7th. Акции по пулам будут доступны в вашем бэк-офисе 7 июля. So this is going to be very exciting. Я уверен, все, наверное, ждут, и это будет приятный день. You know, we've had so many new people join. Я видел столько много партнеров, присоединившихся к нашей команде. So this first share pool will be a little smaller. Этот первые акции этого пула будут, наверное, немножко невысокими. But the company is growing very quickly. Но, как вы знаете, компания растет и развивается. And the share pool will continue to become larger and larger each quarter. И акции ежеквартально будут увеличиваться и увеличиваться в сумме. As we get into a rhythm. Это как мы войдем в ритм, и это будет уже дальше больше. Yeah, but it's very exciting, and I look forward to it coming out. Я тоже жду, ожидаю этого дня. Anything, another question? Другие вопросы? Thank you. Спасибо. У меня есть вопрос. Влади. Наша команда. Влади has a question. Очень многие интересуются, да. Многие интересуются, что по старому промоушену, если вышел на экзекьютив директора, это $200 или $500, когда они будут выплачиваться, если кто-то в прошлом месяце выполнил эти условия? Окей, окей. Евген, одну секундочку, Евген, извините. Евген, одну секундочку, простите, здесь два зала одновременно говорили. Мы сейчас быстренько ответим на Влади вопрос, а потом быстро к вам перенесемся, хорошо? Одну секунду, извините. Влади is asking about that promotion for achieving executive director rank. Yes. And the bonuses, when they will be paid and how they will be paid. Let me just quickly translate it. Влади спрашивает по вопросу промоушена, который у нас был достигнуть ранга executive director с премиум партнерами, получить $500 бонусов, когда и как, каким образом они будут выплачиваться. Okay, so the bonus, we had a bonuses for the executives, they will be paid, Casey will be back in the office on Friday. В пятницу наш вице-президент Кейси Миши возвращается из командировки. This is a holiday in America this week. Как вы знаете, завтра и эта неделя считается праздничной в Америке. So most of the executives at the office are gone on vacation. Большинство руководителей компании, они как бы уехали в отпуск. But Amantech and I are here. Но Амантач и Билл здесь, к вашим услугам. Because you are family in Europe. Мы не можем оставить нашу семью в Европе. Yes, so we are, so he'll be back on Friday. Он возвращается в пятницу. And we'll try to post all the earnings on Friday. Я надеюсь, что в пятницу мы уже точно решим, какой день, может быть, даже в саму пятницу будут оплачены все бонусы, которые получены вот этим промоушеном. Okay. Mm-hmm. Okay. Now, Yevgen had a question. Пожалуйста. Yevgen says, I don't have actually any questions, but wish for you, and we would like to thank Bill, for all what you did for us and your team, what you did for us. Mm-hmm. Сейчас я быстро переведу Евген.
Ага. Евген говорит, что у него вопросов в принципе нет, но он хочет поблагодарить Билла и команду за все, что в последнее время было сделано. Спасибо. А Маташа, можно опять задам вопрос, потому что в чате вы, может быть, читаете. Спасибо, Евген. Евген говорит, что он хочет поблагодарить и предоставить эту информацию. Спасибо за хороший, самый лучший план вознаграждения, который у нас есть. Он за 17 лет своей работы в маркетинге, он не встречал такого плана вознаграждений. Работы по системе оплат GPG улучшаются день за днем. Это оплата и бонусы, и количество бонусов хорошее. Он благодарит за это все и очень рад за компанию Huawei. Спасибо вам, Евген. Okay. I'm sorry. Евген says he very grateful and thankful for Huawei, especially this time we have best compensation plan ever. Within 17 years of his experience in networking, he never ever met any kind of compensation plan like Huawei has. And also the GPG system improves day by day, the payment goes through, the payments go through well, and he's happy and just he thanks you and the team. Very good. Thank you. Спасибо, Евгена. Thank you. Very good. Now, Vladdy had something he was saying. Vladdy? Амантач, Амантач, вы чатовое окно видите? Самое последнее. Чатовое окно я вижу. По-русски, по-русски написано. Будьте добры, okay. Переведите Биллу, это по бизнес-пакету. У людей вопрос, когда уже будет информация по бизнес-пакету, потому что многие люди интересуются, хотели бы купить, но нет объяснения, понятия не имеем, как его предлагать этот пакет. Okay. И могут ли эти организации получить, допустим, какой-то контракт, который компания готова им переслать, и как они могут проплачивать и так далее. То есть прочитайте, пожалуйста, этот текст. Окей, ага. Влади спрашивает, у него здесь вопрос в чате появился по поводу бизнес-пакета. Дело в том, что, как и Евген, по-моему, да, у вас был такой же тоже вопрос, что юридические лица, например, больницы, школы, государственные предприятия, они не могут оплачивать карточками, и им нужен такой договор между компаниями Huawei и ими. С печатью, и по этому вопросу он обращается к Биллу. Bill, here's the question from affiliate okay. regarding a business package. The system in Europe, in almost all territory of former USSR, it is a little difficult for companies, businesses to make a payment via cards. And yes. they need somehow like a wire transfer and plus they need somehow to get agreement with stamp by company. Yes. And Vladi is asking, is it possible what Huawei can offer with these packages to those customers? Yes. Okay, so the pay system that Yevon referred to, mm-hmm. We are building it right now to be able to wire transfer from bank to bank, mm-hmm. and this will be done in the next few weeks. Uh-huh. And we are setting up to have a stamp for you to be able to give them. Мы работаем над тем, чтобы у нас была возможность делать более упрощенные переводы из банка в банк. Сейчас это будет тоже интегрироваться в нашу систему оплат для юридических лиц. Также мы заказали уже специально печать для этих организаций, то есть нашу печать, чтобы ее использовать для заключения договоров. Мы идем навстречу этим всем требованиям. Всем было слышно? Окей. Okay. Ага. Да. Да, там при регистрации, допустим, на бизнес-пакет... Да, Ласло, говорите. А, Ласло, пускай говорит Ласло. Ласло спрашивает по
пакетом, бизнес-пакетом, флайеры или там путеводитель на разных языках, да, я так поняла. Lazlo is asking, do you know, Bill, when will we have the like a detailed explanation about business packages? Yes, they will have that. We are making a beautiful book and a DVD that you'll be able to hand out. Мы сейчас работаем над электронной книгой по этим пакетам путеводителю и также на работаем над DVD. And you'll have this beautiful packet, marketing package. You will have it completed by the end of July. Мы планируем закончить этот пакет с DVD, и там будут все подетально показано по видео, и электронная книга, которую мы планируем подготовить к концу июля. This package will also have the stamp receipt in it, so that when someone buys it, you already have the stamp receipt to give them at that time when they purchase it. И также этот пакет будет иметь инвойс, то есть счет-фактуру сразу же, который вы можете предложить своему заинтересованному клиенту тут же. And you will be able to hand it out to many, many businesses. Также вы можете их преподносить всем, То есть это типа визитки, да, будет по бизнес-пакетам. Я надеюсь, поняли. Yeah. Is my translator good? Переводчик достаточно хорош. This is good. Спасибо. Да. Можно. Аматач, еще сейчас, один вопрос. Сейчас, одну секунду, Влад. Одну секундочку, извините. Да, Влади. Значит, при регистрации на бизнес-пакет система, когда на сайте регистрируется, не дает возможности выбора. Он постоянно спрашивает только имя, фамилия физического лица. А нет такой возможности выбрать, допустим, название компании. Допустим, регистрационный номер этой компании или что-нибудь такое. Поэтому на этом сайте, где регистрация будет на бизнес-пакет, чуть-чуть надо бы ввести какие-нибудь изменения. Окей, сейчас я передам. Влади спрашивает, есть ли такая возможность, чтобы можно было при регистрации, скажем, юридических лиц, потому что на данный момент при вводе данных бизнес-пакета все равно запрашивается имя, фамилия и так далее, и не принимает там название, скажем, соответствующее бизнесу и так далее. Можно ли будет сделать такую форму, чтобы было отдельно для индивидуальных лиц и для юридических лиц? Vlad is asking, can we do this, some changes into the account information form, for example, when one is trying to sign up and they are filling out the form, and for business packages, we can integrate any changes like entering tax ID for business and the name, not like a personal name, but business name, something like that? Yes. Yes, we need to do this. This we need to talk to Casey. Mm-hmm. Let's have a maybe another meeting, and let's discuss this with Casey so he can get this what you need. Я думаю, это вполне возможно. Это нам нужно обговорить с Кейси. Он будет, наверное, будет работать над этим проектом. Он как вернется, мы обязательно с ним обсудим и сделаем необходимое. Еще один вопрос. Хорошо. Окей. Еще один. Ага, Влади. Сейчас, секундочку, Лазло, одну секундочку. Значит, вопросы задают партнеры следующие. Наверное, надо бы спросить айтишников, почему это бывает в некоторых браузерах, когда заходят на страницу iWavi, браузер пишет, что это небезопасный сайт. С чем это связано? Чтобы люди некоторые боятся открыть, потому что говорят, что это небезопасный сайт и нельзя его открывать. То есть некоторые браузеры вот так открывают вами страницу. Почему это и с чем это связано? Окей. Влади здесь спрашивает, что есть некоторые браузеры или, скорее всего, наши
партнеры, которые пользуются некоторыми браузерами, заходя на сайт iWowie, получают страницу, что это, этот веб-сайт небезопасный, то есть он опасный. И с чем это связано и почему так происходит? Vlad is asking that some of our affiliates, when they go to some of the, they use some browsers and try to go to our website, iWowie.com, they get a warning page. It's like, be careful. What is going on? Yeah. So this is a part of the, it's not WoWee, it's part of the World Wide Web. Это часть не с нашей стороны, а часть с www. But if they can send us what browser they were using, right then send us an email to customer service, and where they're at and what browser they're using and what happened, then we can fix it on our side immediately. Но с нашей стороны мы можем это исправить, если, скажем, партнер, который зашел и получил такое предупреждение, с какого браузера он зашел, и именно какое предупреждение он получил, если он нам отправит службу поддержки, с нашей стороны мы это можем решить. Because the World Wide Web changes from time to time. Как вы знаете, WW, то есть мировая сеть, да, паутина, она меняет свои. And these little experiences, they will happen always. Они тоже меняются постоянно, и в некоторых случаях выходят вот такие странички. But as soon as we have the information about it, we fix it. Но как у нас будет информация от, скажем, партнера, мы это можем решить. И последнее, что я хочу еще попросить. And есть last, у нас форма подписки, там, где видео-автореспондер. Есть такая возможность сгенерировать HTML-код формы подписки. Можно ли эту форму подписки будет так сделать, чтобы можно было, допустим, на видео-визитку вставлять? Окей. Влади спрашивает последний вопрос по поводу автореспондера. Вот, там есть форма, где HTML вводим. Можно ли будет вот это ввести в видеосообщение? Не только через автореспондер, а как-то ввести в видеосообщение. Подписную, да, формочку? Vladi is asking last question about autoresponder sign up form. We use HTML. Is it possible if can be integrated into our video email? Subscribe form. Like a subscribe form. Oh yes, yes, we are doing this. Да, мы это обязательно сделаем. Мы работаем. Хорошо. И последнее, промотивируйте, пожалуйста, нашу команду, потому что все интересуются, когда будет пятая платформа запущена. Приблизительно, приблизительно. Когда будет понятно. И, пожалуйста, промотивируйте наших партнеров, когда будет запущена платформа 5.0. Скажите чуть-чуть об этом. And he's asking, would you please motivate our teams about news with platform 5.0? Yes, the new conferencing system. We are very excited about our new product. Мы очень волнуемся и рады по поводу нашей новой программы, нового продукта. We've been working on the next generation of conferencing for almost 2 years. Как вы знаете, мы работаем над новым поколением видеоконференц-залов уже почти 2 года. And we are now using it in the office every day. И сейчас мы тестируем и используем ее в нашем офисе ежедневно. And we still are finding little bugs. И при этих тестах мы пытаемся найти ту или иную, там, скажем, проблемку, если такая есть. И мы находим некоторые из них. But these are just the final little touches. Но это самые практически последние детальки, над которыми мы работаем. And we are very excited about pulling 5.0 into a big package. Мы очень, конечно, опять же, взволнованы в хорошем смысле слова, что это новый видеоконференц-зал будет включен в новый пакет. Yeah. And taking the whole market. И мы уверены в том, что весь рынок будет нашим. Because when we roll out 5.0, так как мы только запустим платформу 5.0, yeah. No one else will offer a product like it. Кроме нас никто не сможет предложить такой продукт.
you know, our current product is wonderful. Наша текущая, конечно, продукция тоже неплохая. And it's the best value in the market. Но новая она и по ценам и по всем деталям будет лучше. But when we roll out 5.0, и как только мы запустим ее, all the newspapers, everyone will want to buy it. Все газетные издания, практически все захотят покупать ее. It will be a great time, and we're enjoying the product right now. Да, мы обязательно будем, то есть мы сейчас ею пользуемся и наслаждаемся. Я думаю, весь мир будет этим наслаждаться. I'll be sharing more about it in the weeks to come. Ну, следующие недели, в течение нескольких следующих недель я буду постоянно ставить вас в известность о тех или иных продвижениях. But right now we enjoy working with some of the leaders, the top leaders. Сейчас мы уже работаем с нашими лидерами. And we will start doing testing again next week with the leaders in Europe. Следующую неделю мы уже планируем на следующей неделе проводить тесты с нашими лидерами. And they will help us work out some of the problems. И они со своей стороны будут помогать нам рассматривать те или иные проблемы, если есть таковые. Because the new product, you will be able to speak to an unlimited number of people. Как вы знаете, с новым продуктом вы сможете разговаривать с безграничным количеством людей. Without having a headset or anything. Без, скажем, наушников, которыми мы сейчас пользуемся. This is one of the best features I like. Вот это самая лучшая деталька платформы, то есть нового зала, который мне больше всего нравится. Because there's no feedback. Да, там практически нету эха. So anyway, I'll talk to you more about that later. Ну, я вас буду держать в курсе о новых. I want to wrap up this conference. I have another meeting. Я бы должен уже уйти. Лазло has last question. Okay, last question. Лазло, извините, пожалуйста. Сейчас, да, последний вопрос. The very last and very important question about Eagle Club startup. Yes. Is it 28th of June or 1st of July? Because I'm going for my next school and I have to announce that. Okay. Can I quickly? Yes. You know the answer. Сейчас одну секундочку, я сейчас это быстро. Лазло спрашивает по поводу промоушена клуба Орлов. Официальный день начала 1 июля или 28 июня? Okay. It started on the 28th, but the Eagle Club is a month-to-month. So June, July, August, these are each individual months. It did start on the 28th, so if anybody sponsored 4 premium affiliates the last 2 days of June, they would get the bonus. Так, это получается, я вам сейчас отвечаю, 28 числа официальное начало бонуса клуб Орлов, но разрешите объяснить, этот бонус, он от месяца к месяцу, то есть за июль месяц, за август месяц и так далее. И скажем, если за 2 дня в течение 28 до 30 июня кто-то успел пригласить 4 партнеров, он, естественно, получит эти бонусы. То есть это от месяца к месяцу, ежемесячно. Понятно? So now we're really focused on July. И поэтому мы сейчас очень сфокусированы на июле месяце. Окей, ага. Лазло, он оставляет нас, идет на вебинар. Вы оставляете всех? Мы тоже, наверное, будем прощаться. Окей, and Лазло. Thank you, Bill. And he's leaving because he has a school going yes. on. Well, we're very glad. We need to wrap up the meeting also. Спасибо. Влади, я думаю, мы тоже, да, закончили с вопросами. Да, большое Great спасибо. Great job, Влади. Влади, we're so excited with the Russian team. Влади, большое спасибо. Русскоязычная группа, ну, просто удивляет и радует количеством. Спасибо, Лазло. Евген, то есть мы очень рады всегда встрече с вами. Thank you, everyone, and it was very nice. Thank you for taking your time спасибо with me today. Спасибо еще раз и до свидания. Большое вам спасибо.
Спасибо. Спасибо большое, Биллу. Спасибо большое, Биллу. Амантаж, если ты можешь остановить, останься, пожалуйста, чуть-чуть. Хорошо. They are asking me to stay with them. А могу я просто пройти к себе в офис, потому что он сейчас будет уходить из офиса. Я к себе в офис и зайду к тебе. Да. И войди, хорошо, пожалуйста, в зал еще раз. И просьба по GPG, то, что ты прислала, всем небольшое еще раз объяснение дать. Потому что здесь команда Сергея Пурбуева, и хорошо было бы, чтобы они все не слышали. Окей, хорошо. Хорошо? Ага, спасибо. Хорошо, обязательно. Спасибо, thank you. Thank you, and we can... Yeah. Mm-hmm. До свидания. Bye.